Казналы Казба Олт Хандалага – один из крупных проектов. В селе Кенуткель Зерендинского района проведены археологические раскопки и обнаружен некрополь, относящийся к бронзовому веку 17-15 века до нашей эры. Мониторинг технического состояния памятников является одним из приоритетных направлений. В прошлом году проведена аналогичная проверка 147 объектов. На сегодня все памятники в нормальном состоянии, отмечают специалисты. В соответствии с законом Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия, 1037 памятников взяты на рассмотрение государства. Есть книга об исторических памятниках, культурном наследии Акмолинской области под названием «Общенациональные сакральные объекты». Кроме того, на исторических памятниках установлен специальный QR-код на трех языках. Каждый житель, туристы могут прийти и получить информацию по QR-коду. Таким образом, можно получить полную информацию о любом объекте без чьей-либо помощи. В прошлом году по области установлено 14 мемориальных досок. В настоящее время ответственность за эти памятники несут акимы местных городов или районов. Мы работаем совместно с Центром жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, жители рядом с памятниками кормят птиц. По этой причине птицы садятся на памятники и могут его испортить. Также мы контролируем очистку памятников. 15 памятников республиканского значения на территории Акмолинской области находятся под охраной государства. В текущем году планируется проведение комплексной работы по выявлению новых объектов археологии в Бурабайском, Сандыктауском и районе Быржансал. Айгерим Бегенова, Жанир Кетулен, Дархан Мужубаев, Кокши Акпарат.